24 по 27 августа на побережье Черноморска громко и весело отпраздновал свое 15-летие Коктебель джаз-фестиваль. История фестиваля началась у берега Черного моря 15 лет назад. За это время участниками фестиваля стали около 3000 музыкантов и не менее 500 тысяч зрителей. Всего за годы проведения фестиваля его сцены приняли лучших музыкантов более чем из 45 стран мира. Коктебель джаз-фестиваль стал местом встречи для тысяч творческих людей из разных уголков Украины, России, Беларуси и стран Европы. Джаз – это в основном свобода выражения музыки. Такая свобода есть в классической музыке. Вы можете получить ее с помощью различных направлений музыки, но у джаза есть особый способ выражения. У нас к этому фестивалю такие особые чувства, тем более это все происходит на море, вот, и как бы это всегда вдвойне приятно, что ты можешь совместить творческое начало с отдыхом. Разнообразие представленных на фестивале музыкальных жанров и артистов всегда было одним из главных отличий Коктебель джаз. В этом году музыкальных жанров, представленных на фестивале, стало еще больше. За 4 фестивальных дня на 5 сценах выступили почти 50 исполнителей. Мне было очень приятно приехать в Одессу и увидеть Черное море. Сыграть на Черном море. Это замечательно. Отличная атмосфера. Да, пляж, да, это ностальгия, мне кажется. И это честь. Уникальным случаем, когда зрителям было предложено попробовать себя в роли актеров, операторов и сценаристов, стало экспериментальное кино «Джаз и море», съемки которого проходили все 4 дня фестиваля, а главными героями фильма стали музыка и море. Коктебель джаз-фестиваль и его преданные поклонники помогают развивать курортные города Украины, меняют музыкальные вкусы и настроения.